Лучшие педагоги Бурятии собрались в одном месте. Сегодня всех их наградил председатель Народного хурала Владимир Павлов. Я поздравляю вас от всего депутатского корпуса с Днем Учителя, с вашим профессиональным праздником и с победой в таком серьезном конкурсе. «Лучший учитель» – это ежегодный конкурс, где принимают участие желающие педагоги Бурятии. 14 учителей получили республиканские премии в размере 50 тысяч, и 10 человек получили федеральные – это 200 тысяч рублей. Конечно, я очень рада. Я стала повторным победителем данного конкурса. Конечно, силы, старания, достижения – это все, конечно, успешно для учителя. Радость не только районное управление образования, но еще и радость в школе. И также для семьи. Подготовка к этому конкурсу началась весной. Мы подавали документы, мы обрабатывали свою деятельность, свои документы, представляя свой педагогический опыт. Здесь нужно было показать свое умение работать с детьми, исследовательскую свою работу, печатные свои публикации. История этого конкурса началась еще 16 лет назад. Основная цель – стимулирование учителей преподавательской и воспитательной деятельности. Эдуард Жамсаранов, Нима Роднаев, программа «Вместе. Мир Байкал».